свел Иван-чай. Значит, лето пришло. Значит, лето. Только песня моя не про это. А про это я так, невзначай. Тех, кто прилетал в этот край 30 лет назад, наверняка встречала точно такая же картина. Мало что изменилось в природе. Изменились люди. Но еще многие усинцы помнят тот дух романтики, который привел их сюда, к полярному кругу, как в старой песне, за туманом и за запахом тайги. Геологи-первопроходцы обживали этот край в палатках, самодельных домиках, вагончиках, невзирая на суровые морозы и оторванность от большой земли, они, казалось, делали невозможное. Из-под ногами топкие болота, и с машкарой приходится дружить. Но хорошо, что сам я, а не кто-то, сумел здесь руки к делу приложить. В 68-м году первая эксплуатационная скважина дала мощный фонтан легкой нефти, тем самым положив начало освоению одного из крупнейших на европейском севере усинского месторождения. В начале 70-х были открыты Вазейское и Харьягинское месторождения. Правительство принимает решение строить в междуречии Усы и Колы у северного полярного круга новый город нефтяников. Мой город Усинск. Строительство города было объявлено всесоюзной ударной комсомольской стройкой. И со всей страны приехала молодежь осваивать северные просторы. Я прекрасно помню первый день, когда мы с молодой женой прилетели из города Печоры на самолете Ан-2. Тогда еще Усинском называлась нынешняя Парма. Это было 9 августа 1973 года. Поразила теплота, то есть очень теплая погода была на улице, и везде вокруг цвел Иван-чай своими красивыми цветами. В Ургуни прилетают вертолеты, тоска на сердце, как тяжелый груз. Но хорошо, что сам я, а не кто-то, дождусь погоды, солнышко дождусь. Руками молодых, приезжающих на север по комсомольским путевкам, в тундре строился город-труженик и город-мечтатель. И все, кому довелось жить и работать в то время в Усинске, вспоминают эти годы как лучшие в своей жизни. Да, это было очень интересное время. Все были очень молоды, все были большими оптимистами. Строительство шло стремительными темпами. За два десятка лет здесь построены сотни километров трубопроводов, освоено более 20 месторождений, пробурено более 4000 скважин. Тогда, 30 лет назад, планировалось, что к 2000 году население Усинска составит 100-120 тысяч человек. В городе будет 15 микрорайонов. Для меня Усинск – это моя жизнь. Я благодарна своей судьбе, что мне выпало на долю так жить. Удивительно, там, где у нас стояли болота, грязь, вырос такой прекрасный красавец город. И этот город дарится нашим внукам и правнукам, которым придется жить и строить дальше. Город мой, дорогой, твое имя Усинск. Наши судьбы с тобой на счастье сошли. В расчете на 100-тысячный город возведены кинотеатр, плавательный бассейн, дворец культуры, детские сады и школы, больничный комплекс, аэропорт, железнодорожный вокзал, хлебозавод. 20 июля 1984 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР Усинску присвоен статус города. В том же году была добита 100-миллионная тонна нефти. Усинску отводится роль базового города в освоении нефтегазовых ресурсов всего Печорского севера. Получение права
на участие в разработке кладовых Тимана Печоры стала предметом серьезной конкуренции ведущих нефтяных компаний мира. Новой страницей в истории освоения нефтяных месторождений стало образование совместных предприятий. Одним из первых было образовано предприятие Коми Арктик Ойл. Особенностями деятельности компаний является использование передовых западных технологий, современного оборудования, серьезное отношение к природоохранным мероприятиям, а также политика открытых дверей. Общественное мнение и его формирование – важнейший фактор в оценке деятельности предприятий. Характерной чертой деятельности всех совместных предприятий является активное участие в социальной жизни города и района. И слова порой понятны, только лишь ему. Ну как живешь, город, как твои дела? Все так же ты молод, молод, как всегда. Давай расти, город, цвети на радость нам. Одна у нас с тобой дорога и судьба одна. Одна у нас с тобой дорога и судьба одна. Я люблю Ущинск за его прекрасные белые ночи. И не понимаю тех людей, которые говорят, что это их раздражает. Мне нравятся рассветы, нравятся закаты Ущинска. До боли любимые лица моих родных, близких, моих детей. Через мою душу прошли много поколений детей. И самое радостное то, что несмотря на то, где они живут и кем они стали, они любят наш родной город. Они помнят меня. И значит, не напрасно мы все здесь. И как бы моя судьба ни сложилась, этот город, он всегда родной. Он близкий. Это город молодости. А этим сказано все. Как твои дела, все так же ты, молод, молод, как всегда. Ущинск сегодня – это современный город с мощной производственной базой, с развитой инфраструктурой. Люди, приехавшие сюда вместе с городом, строили свою жизнь, связывая с ним профессиональную и личную судьбу. Дух первопроходцев всегда помогал усинцам выстоять в любом трудном испытании. Город Усинск – это моя жизнь. Это десятки открытых месторождений нефти. Это люди, которые живут в Усинске. Таких людей я нигде не встречал. Это друзья мои, которые я здесь приобрел. Это доверие и друзей, и людей, и всегда поддержка в тяжелую минуту. Поэтому это моя судьба. А в коротких письмах нечего рассказывать. Тут пейзаж не хитрый, то фильтр туман. Но скучать нам некогда, здесь до моря Карского тянется Усинский наш меридиан. Наш Усинский меридиан. Мы работаем, как черти, буровые вышки стали, и шагаем по болотам в стопудовых сапогах. Не сдаемся мы на милость комариным лютым стаям, ну а ветры и подавно нас не смогут запугать. А в коротких письмах нечего рассказывать. Тут пейзаж не хитрый, то фильтр туман. Но скучать нам некогда, здесь до моря Карского тянется Усинский наш меридиан. Усинск для меня — это моя семья, мои дети, мой дом. Я строил Усинск, Усинск делал меня человеком. В Усинске, кроме громадных богатств природных, прекрасные люди, активные люди, с которыми мы обеспечим друг другу достойное будущее в Усинске. Планом, которые мы строим на будущее, суждено сбыться уже в новом 21 веке. И результаты их смогут увидеть наши дети. А для тех, кто основал этот город, он навсегда останется в памяти пропитанным духом романтики и вечной молодости.
Это 25 лет лучших лет прожитых в жизни, наверное, каждого человека. Это друзья, это те речки, те озера. Это та красота, неописуемая ширь наших весенних половодий и нашей суровой, по-моему, единственной в мире зимы. А главное, это те люди, те друзья, с которыми мне посчастливилось жить и работать в Усинске. Да, я могу с уверенностью сказать, что я усинец. Я не поменяю в своей памяти этот город ни на одно любое, другое, какое-то более красивое, удобное для жизни место. Don't.
Песню, а я не об этом, а об этом я так, не значит.